что Фрэнка Заппы не было и не было. Вы, а чью же музыку мы сейчас играли? Только Франческо, который непонятно, то ли он был, то ли его придумали. Он вроде был. А он вообще был, Франческо? Ну, я начинаю склоняться к мнению, что он был. Это был дух. Да вон он там сидит. Свалится сейчас сюда, да. Ну вот, Руслан Чепуров как-то молвился, что день рождения Заппы как раз приходится на конец света. Вот. Поэтому мы решили не ждать, а начинать отмечать все это дело уже сегодня. Веду день рождения Заппы. Там конец света, но когда будет, тогда будет. Поэтому сейчас с нами Франческо Заппа. Вот его новая инкарнация. Thank you.
Там не видно. До сих пор он всегда проходил в очень камерной обстановке. И когда 4 года назад я пытался раздобыть какие-то из этих нот, интернет был пуст. То есть вообще не было ничего, нигде, никак, никаких соусов. А сейчас они вдруг всплыли неожиданным образом. То есть есть, конечно, подозрение, что Гейл подписала кого-то нарисовать быстренько эти партитуры, разместила их за соответствующую взятку в соответствующих библиотеках, потом их отсканили, они оказались в интернете и так далее. Вот такая версия, она вполне может быть. Ну, ладно. А вот тот боковой... Идем ближе к безумию. Сейчас будет Power Drill. Паспортный стол. Паспортный стол. Паспортный стол. Добрый вечер. Мы Power Trio «Паспортный стол». Играть за пол трио, наверное, самоубийство, но мы все же попробуем. Конец света все-таки веселее, чем наше нынешнее самоубийство. Первая песня тоже про убийство. Да, про убийство, про подростковый секс и, конечно же, о музыкантах. Say it out loud to all of you.
маленькая пертурбация. Вот как известно, теперь я Фрэнк Заппа, а я джазовый басист. Как известно, чем выше у джазового басиста бас-гитара, тем выше уровень мастерства. Но это же джазовый клуб. Вот так вот, это вот самое высокое. Но... Зайдите с провода, Руслан Вячеслав. Песня «Предупреждение». Не ешьте желтый снег. Thank you.
находится у Фрэнка Винстера. Кусок вообще не оттуда. Песня о венерических заболеваниях. Так каждую вторую возьми там. Да. Попробуем сейчас. Красиво. Thank you.
Песня про черные салфетки. Слушайте, а на самом деле история повторяется на каждом шагу, но бывало такое, ночью привезут суши, и есть невозможно, а коробка, пакет черный, да? Например, такая же штука была у фронтозапада в ресторане. Вот. Как и родилась эта композиция. Thank you.
это заключительная песня после такого страха. Песня про бесконечную пытку, да. Вот, пытка, бесконечная пытка закончилась. Но сейчас про любовь, собственно. Вечеринка, посвященная великому неповторимому Фрэнку Заппе, продолжается. Михаил, конфет надо где-то убрать. Кого там убрать быстро надо? Его убрать надо, его. На сцене появится такая... Другой говорят, вот. Это живая энциклопедия классического рока, он уже знаком в этом клубе хорошо. Это Дима Казанцев. А помогать ему будет Саша Демьянова на скрипке. Они еще не знают, что будут петь.
поэтому все было сюрпризом и для нас, и для них, то, что сейчас. А Пипитр, он, ну, просто в качестве декорации. One, two, check. One, two, test. Микрофон. Окей. Под заводится скрипка, можно чуть-чуть тише сделать. Да. А теперь куда-то голос ушел, гитары вообще нет. Зачем голос-то трогать? Росла. Голос куда-то ушел, я говорю, только из зала сейчас. Все шло моно изо всех, и не только сразу. Чтобы не точечный был звук, а просто стерео. Ну, сейчас одинаково. Сейчас один монитор будет работать. Один монитор работает, вот этот. Да. Теперь все очень громко стало. Раз, два. Окей. Вот так хорошо. Всем добрый вечер, дамы и господа. У нас новая группа, мы все в красном, мы называемся The Reds.
Я до сегодняшней, до сегодняшнего утра еще не знал, буду ли я здесь выступать, потому что у меня нет больше группы, с которой бы я мог выступить. Поэтому я очень люблю Фрэнка Заппу с 80-х еще годов, который добрый друг мне как-то подогнал, Joe's Garage. Я был такой невинный битломан. Вдруг мне очень понравился Заппа. С тех пор я большой его поклонник. А это Александра из группы Костриф Данди, которая будет выступать. У нас новая группа, она сегодня образовалась, минут 15 назад, может быть, 5. А мы сыграем песню Фрэнка Заппы, которая называется «I got a big dilemma about my big lagema». Dilemma about my big leg and my arm. Oh yeah, I got a big dilemma about my big leg and my arm. Oh yeah, oh yeah. She was my steady date, and did she put on weight? There's a big dilemma about my big leg and my arm. Oh yeah. Big dilemma about my big leg and my arm. Oh yeah. She used to knock me out until her face broke out. Oh, oh, oh.
said, and another light's gonna glow. And she said, with a tear in her eyes, watch out where the husky's going, don't you eat that yellow snow. Watch out where the husky's going, don't you eat that yellow snow. Watch out where the husky's going, don't you eat that yellow snow. Watch out where the husky's going, don't you eat that yellow snow. Now no could no more, now no could no more, now no could no more. Don't be a naughty Eskimo. Don't be a naughty Eskimo. Save your money, don't go to the show. And watch out where the husky's going, don't you eat that yellow snow. Watch out where the husky's going, don't you eat that yellow snow. Husky's going, don't you eat the yellow snow. Check out where the husky's going, don't you eat the yellow snow.
bones feel like a pair of maracas. My bones feel like a pair of maracas. I probably got the Ghana caca cacos. My bones feel like a pair of maracas. Why does it hurt? Тут I got it from the toilet seat. Ну и напоследок, сегодня мы с Александром группа The Reds for now. Мы сыграем великую песню Фрэнка. Как известно, у Фрэнка был кумир, его звали Джонни Гитар Уотсон. И он с ним очень много работал. Эта песня совместная, вот мы ее и сыграем.
careful, it sticks in your cheek. You look like a native for a couple of weeks down in France. Way down in France. I said, where now, well down in France. But now we cannot wait till we go back. Look so excited when the pool reacts down in France. Way down in France. I said, way I'm down, down in France. Way I'm down. I said, way down, mama, 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 way down, friends. I said, way down, baby, way down, friends. Never try to get your feet to soft in friends. Thank you so much, that's Alexandra. Здравствуйте, Александра. Они будут скоро выступать. Спасибо огромное. На сегодня это все. Убирайте мой звук, пожалуйста, из гитары. Thank you. 21-й его день рождения, да, кстати, говорят, конец света будет. Ну что вам сказать? Я его встречу, значит, на сцене и заставлю свою группу выучить штук 10 песен завтра. Спасибо огромное. Храни Господь всех вас. Хотя завтра читал, что это неправильно. Так, наша первая композиция — «Ехидность» — «Art of You».
фигачить там отбойным молотком за барабанами. И уж тем более не дело подавать ему десерт. А сейчас мы вам предлагаем десерт. Персики по-королевски, пичес ин регалия. И подаст его вам совершенно очаровательная ученица Александра Костырева. Тая, кучеков нет, выйди, покажи. По-моему, уже офигенный, да? А сейчас она еще и на барабанах сыграет. Thank you.
свежие горячие брауни вам преподнесла Екатерина Морозова, соло на клавишах. Вы знаете, в нашем меню сегодня представлены блюда иноземной кухни. Госпожа Озма Нагатовна просила передать, что она только выглядит как шлюха, а на самом деле она космическая принцесса. Итак, в любом ресторане наступает время платить. Time is money, наша следующая композиция. И скажу. Thank you.
совершенно это ужасные ботинки с свиной кожи Sinister Footwear. Наш следующий композитор. Thank you.
пожалуй, мы не будем приглашать вас на вальс после такого сытного обеда. Лучше все-таки растянуться на софе. Да? Наша последняя композиция на сегодня называется «Софа». Миша, сейчас будет клавишный бас, его надо вот вывести будет отдельно, а бас гитары не будет. Так кому скажи? Мониторы его тоже надо, особенно барабанщику много-много. Клавиш
Пока у нас улаживаются некоторые технические вопросы. Прежде чем когда открывать последнее отделение, хотя бы напомнить вот о чем. Группа франко-запа называлась Mothers of Invention. Mother на сленге музыкантов того времени означало сокращение слова motherfucker. Ну, на самом деле, не так грубо, как мы можем подумать. Это начало офигительно хорошего музыканта. Я хочу поблагодарить Александра Кострева, который, если кто-то из нас заслуживает называться Mother, он является именем. Вышла небольшая шуточка. Первая песня не про веселых людей. Первая песня про взаимную любовь белых людей, афроамериканцев и об ошибках, которые ведут иногда. Чей идут от этого. Андрюха? Thank you.
Сейчас после некоторого пополнения. И некоторых перестановок. И некоторые долики стриптиза, но это для тех, кто видит глубоко. Действительно, песня про веселых людей. И имени веселых женщин. Затем. Ваши уши мучили того, что ужасно пятиголосием Анастасия, Алина, Алексей, его правда даже представляли, сказ, тоже ужаснейший человек, Андрей Ким. Не менее ужасный Андрей, тоже Андрей. Сейчас будет песня, которая не имеет конца. То есть, конечно, в ней есть некоторое количество слов, некоторое количество прописанных нот, но после того, как будет очевидно, что она закончилась, как песня, все желающие могут взять музыкальные инструменты и приступать к джему. Вот. За временем ограничения джема к Александру, я надеюсь, что он будет бесконечный, мы все уйдем тут отсюда под утро. Thank you.
day. It's just another ugly mess. Man, it kinda changed my friend. Does anybody guess? There's no way to delay.